Всем доброго времени суток, гостям, подписчикам моего канала. Сегодня у нас воскресенье, вечер, время примерно 8 час. Я приехал к своему знакомому, вот. Он попросил посмотреть. Он там в одном месте систему отопления обрезал старые трубы, регистры, вот, и поставил вместо нее батарею алюминиевую. Вот. И у него, короче, греется только эта батарея, получается, алюминиевая. Дальше ничего не идет. Вот. Там вставочки я видел, то, что у него снимал. Я запишу. Вот. Ну, короче, как я и думал. Он мне скидывал фото. Вот. Я ему говорю, трубы вырезай, вместо них паяй эти пластиковые трубы. Только подводку к радиаторам делай тройниками. Вот. Он почему-то взял, сделал вот так вот. То есть трубы пустил прямо через радиатор. Вот. То есть в радиатор зашел с одной стороны, из радиатора с другой стороны вышло. Вот. И, естественно, этот радиатор работает как байпас. Вот. И в другие две комнаты по этим трубам ничего не идет. Вот. Во второй части этого видео я вставлю видосик, который мне прислал мой знакомый Александр. Занимается грузоперевозками в Коврове, автомобиль «Газель». Вот. Он мне прислал видео, он купил себе «Ниву». Вот, и как он на ней рассекает по льду. Сразу скажу тем, кто будет переживать, так же, как и я. Я ему написал, Александр, говорю, страшно, говорю, под лед провалиться можно. Он мне написал, лед толщиной 30 сантиметров, а возможно и больше. Перед тем, как туда выезжать, говорит, мы его замерили. Вот. И вот вставлю эту вставку, где он там дрифтует на этом льду, вот, с его разрешения. Вот. Так что вот так. Понравилось видео, ставим палец вверх. Кто не подписан, обязательно подписываемся, чтобы не пропустить интересное следующее видео. Вот. Всем удачи, до свидания. Так, приехал к знакомому посмотреть. Он сам систему отопления там модернизировал. Делали, скажем так, старички. Железом все от напольного котла. Он там переделал, у него ничего не работает. Сейчас посмотрим, что он не так сделал. Наверное, будет небольшая хохма. Но сразу говорю, человек делал впервые, он не сантехник. Где? А мне неудобно было. Я, видишь, с той стороны ехал. Так-то да. Как-то можно было там встать. Спокойно. Место было. Короче, я на стрельбу, Саш, сам я даже не понял, что я. Я примерно понял, что ты там натворил не так. Да, все вылезло. У тебя же, смотри, трубы-то вот так шли. Вот. Вот она с котла подача. Вот это подача с котла. Да, была, я нашла туда. Да. А вот это обраткой возвращалось. Это, ну, вот, да. Вот это обратка возвращалась. Это обратка возвращалась. Вот. Здесь ты, короче, сделал что? Я вырезал все. Да, вырезал все, поставил сюда батарею. И у тебя батарея сейчас работает как байпас. Она у тебя херачит. Греет так. Да, она у тебя вот так вот херачит. Вот так вот, да. Да, я сейчас тебе нарисую схему. Что ты, чтобы ты как... Да там надо было подключение по-другому сделать. И она мне, получается, хуячит. Пойдем. Я думал, ты с кем-то будешь делать. Ты же от сварщика же ты какого-то нашел. Мне что-то переварить. Газом пахнет. Газом, вот у меня пахнет. Горелка. Вылил. Это не греюсь. Ладно. У тебя котел здесь? Здесь тепло, а у тебя? Здесь тепло, и там тепло. На котле автоматик-то работает? Да.
Выключи ее, а то газом пахнет. Ну нафиг. Это ты для работы, что ли, берешь ее? Как для работы? А жить-то как я буду ее? Холодно ее. А этот, ты готовишь, что ли, на ней даже кушать? Да. А плита где у тебя? Ты что, плиту? Хотя бы старенькую плиту. Плита вон у меня стоит. Где? Вон стоит. А, ну ты ее просто пока новая. Ну я бумажку притаскиваю, когда что надо побольше приготовить. Понял. Притаскиваю. Где вот? Я купил, короче, все. А кто, тебе же кто-то варил. Ты сам? Ты сам варил, что ли? Ты кого-то просил, да? Да, мне варивали. А ты этого человека не мог с ним вот, ну, спросить, правильно, я вот думаю, мысли. А он не знает. Тоже не знает, нет. Понятно. Ну давай бумажку, ручку, я сейчас тебе нарисую схему. Что-то здесь неправильно сделал. Вот она получается. Раньше подача вот здесь вот была. Дрык, сюда. Здесь вот так она шла. И вот с этой трубой соединялась. А вот он ее ниже опустил. И пустил через батарею. У него получается что вот? Она вот так вот через эти секции херачит, как через байпас. Надо эту трубу. Трубу, короче, эту надо хоть снизу там, я не знаю, хоть сверху, как тебе удобно будет ее пусти. Вот эта труба, она должна с той соединяться. Не касаясь как бы батареи. И обратку также. А просто к этому соединяешься тройниками. Тройниками. Экраны желательно поставить. Вот, не такие, как у тебя 20-25, а 20-й поставить, чуть поменьше. А то она у тебя тоже может как байпас работать. Вот. И с котла-то надо было не 25-й трубой, а хотя бы 32-й уходить. А там места у меня нету, Паш. Места нет. Ну ладно, бог с ним. И 25-й протащит, как бы. Вот. Но вот это место надо. Вот это место, вот эта труба должна соединяться вот с той. Я, короче, тебе на стене нарисую. Будет память тебе. Yeah. Вот твой радиатор. Yeah. Вот твоя труба. Я подачу тебе нарисую стрелочкой, чтобы ты понял. Вот это подача. Подача. Направление теплоносителя, видишь? Да. Yeah. Вот. Это у тебя диаметр, все. Диаметр 25. Yeah. Пускай останется твой 25-й. Так, ну, она тоже немножко вот так вот у тебя. Это у тебя обратка. Вот. Тебе, значит, что надо сделать? Батареи получается 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 секций. Как хочешь делать, делай. Я обычно делаю боковое подключение. Мне оно больше нравится. Ну, это подача. Да, подачу. Как обычно. В подачу. Подача должна к радиатору подходить сверху. Диаметр 20. Вот этот кран угловой. У меня есть один. Есть 20-й. Вот. Прямой не нужен. Потому что прямой ставишь, тебе приходится сюда впаивать этот угол дополнительно. Это уже как порнуха смотрится. Сюда вот. Хочешь сделать диагоналку? Без разницы, это обводное колено, типа эти нарисовал. Но здесь угол поставишь, уголок 45-й. Это в обратку. Это в обратку, это в обратку. С краном тоже. Вот. Либо второй вариант. Если захочешь сделать боковое подключение, как я делаю обычно. При боковом подключении тоже будет весь радиатор прогреваться. Это подача. Вот. Вот сюда подключаешь. Вверх, да. А вот это низ. Тоже кран. Вот. Не, это мне подача. Вот это привычное, я так делал всегда. Ты хочешь диагоналку делать? Делай ради бога. А у тебя сейчас что получается? Ну из либов тогда хуя получается. Ну, как хочешь делай. Я делаю обычно боковое подключение, мне оно больше нравится. При диагональном подключении, я тебе сразу говорю, при диагональном подключении, вот этот вот низ, он будет более холодный у тебя. Прям вот сюда, вот к этому месту, он будет вообще холодный. Понимаешь? А при боковом подключении теплоноситель вот так вот идет. И весь радиатор практически горячий. Вот. А у тебя вот с твоим подключением сейчас что происходит? Так,
Ну вот она, да. И вот ты ее подсоединил. Вот. И она у тебя что получается? Что получается? У тебя каждая секция твоего радиатора работает как байпас. Херак сразу в обратку. Я про это и знаю, что в обратку работает. Ну ты когда собирал эту систему, ты перед тем, как собирать, тебе внутренний голос ничего тебе не говорил? Я же потом так подумал, что она у меня работает. У меня получается, это топится и тот топится. У тебя туда вообще не идет? Не идет. Вверх у меня пошел туда. Чуть-чуть. Да, прогрело это. Они у меня не ворачиваются. Ну, короче. Я тебе и писал, что мне не отапливаться нихуя. Ну это ты сегодня уже написал, когда сделал. Ну, да. И я когда-то я говорю, сделай фотографию. Вечером сделал все. Сделай мне фотографию. Ты опять ее сфотографировал вот с такого расстояния, блин. Я уже потом понял, что ты не так сделал. Фотографии, если делаешь, отойди подальше. Вот. Ну, короче, любым способом. Ну, короче, да я понял. Делай боковое подключение, потому что диагоналка, я тебе говорю, при диагоналке вот. Он вот так вот идет, и вот этот низ радиатора, если подача здесь, а обратка здесь, вот этот вот низ, он будет у тебя более холодный. То есть у тебя батарея 40% работать не будет. Она будет холодной у тебя, вот этот вот низ. Вот здесь вот труба была, которую я срезал, вот подача была. Сюда я ее подсоединил. У меня греется пол дома только всего. Этот радиатор горячий, туалет горячий и верхняя труба вся горячая.